Мой путь к дирижированию был интересен. В самом начале, когда я сел в оркестр, я понял, что оркестровый репертуар — это мой любимый. Когда я был еще мальчиком, мне нравился футбол. Я играл, как любой мальчик, рок-музыку, и первый раз, когда я сел в оркестровую яму — вау! Я понял, что я захотел влиять на то, как музыканты играют, и в этом было влияние на весь мир. Во-первых, это был выбор солистов. Ву Вэй – исполнитель на губном органе, и я с ним познакомился этой весной. Это замечательный исполнитель, и многое мы обсуждали с ним. Я предложил Ву Вэю принять участие в этом фестивале, и мы начали думать, что исполнять. Мы позвонили нашему другу немецкому композитору Шнайдеру, и он написал произведение специально для Ву Вэя, для этого фестиваля. Что касается программы, я как дирижер хотел привнести сюда свою швейцарскую музыку. Always good weather. I always had sunny weather here. Ну, во-первых, погода. Хорошая погода. Солнце, река, замечательные люди. Я себя здесь чувствую очень хорошо. Чувствую себя как дома. Замечательная еда и, конечно, очень хорошая организация фестиваля. И все, что вокруг. I hope I wake up this morning of the concert without a jet lag. В этот осенний день я надеюсь, что люди, когда утром встанут, будут с нетерпением ждать этого концерта, и они увидят все краски этого дня, подобно тому, как произведение Рафа, которое называется «Осень». Они почувствуют запах осеннего воздуха, тепло солнца, которое оно дает, тем более, что скоро зима, и будет холодно. Я надеюсь, что они увидят красивую картинку.